Приветствую вас, уважаемые зрители, гости и подписчики моего канала. Вот мы знакомимся с вами поближе. Пришло время показать свое лицо. Началась весенняя пора, и мы начинаем выходить на рыбалку. Как я вам и обещал, буду показывать рыбалку. Будем показывать, как мы готовим на природе. То есть коптим или что-либо готовим на открытом огне. Вообще канал создавался для того, чтобы показать наши хобби, чем можно увлекаться, как можно увлекаться и как можно этим заниматься и все совмещать вместе. Канал будет, как вы уже видели, о стендовом моделизме, канал будет об домашней кулинарии, канал будет об рыбалке, об тихой охоте, будем показывать грибную охоту, но это будет уже осенью. Также на канале будут показаны другие хобби. Так что, кому интересно, подписывайтесь, смотрите, комментируйте, ставьте лайки. Спасибо вам большое всем, друзья, за просмотры. Вот сегодня вышли на рыбалку река Западная Двина. Конечно, подвела погода сегодня. Холодно, плюс 3 градуса. Ветер 9 метров в секунду, северо-западный. Ну, взяли мы с собой фидер, наживка опарыш, это груз около 80-90 грамм, поводок 1,10 м. Ну, будем пробовать, что сегодня клюнет, может что-то и словим. Ну, еще, как бы говорил с друзьями-рыбаками, особого хода пока нету рыбы, рыба еще мало активная. Ну, будем пробовать ловить. Такая у нас в городе речка. Река довольно-таки хорошая, рыбная. Кто на ней умеет ловить, в принципе, без улова. Когда рыба начинает брать, никогда не уходит. Хоть что-то всегда словим, домой принесем. На еду нам всегда хватает. Больше нам рыбы и не надо. Мы никогда не берем лишнюю рыбу. Надо беречь природу, поэтому... И сегодня подумали с сыном и взяли один фидер, потому что вышли чисто на разведку. Подумали, два это будет лишнее. Тем более сегодня мы хотим еще покоптить на природе и показать вам видео, как мы готовим, как коптим, как что делаем. Погода ветреная, голос может быть, конечно, плохо слышен. Поэтому извините, микрофоном еще я не обзавелся хорошим. Такая речка. Река, как и говорил, хорошая. Западная Двина, довольно-таки рыбная река. Рыба вся водится. Очень богата река сомами. Может, сделаю небольшие фотографии своих рыбалок. Кое-какие вставки сделаю, что сохранилось на компьютере. Прошло около 40 минут, друзья, ни одной поклевки, опарыши целые, буквально на глазах ветер меняется, причем стал еще сильнее, чем когда мы пришли. Поэтому я думаю, первая рыбалка у нас не удастся, причем мы на нее сегодня и не рассчитывали. С утра встали, всю ночь шел дождь, холодный ветер. Ветер уже поменялся на западный, дует с западного направления. Когда с дома выходили, был еще северо-западный. Ну,
Вон мой сын Коля бегает, собирает дрова для костра. То на ветру довольно-таки холодно сидеть. Решили мы еще и развести костер. Вот. Ну, рыбакам не страшна никакая погода. Кто в теме, тот поймет. Вот такая у нас красивая речка. А поклевок нету. Но будем ждать. Может, что-нибудь сегодня и проклюнется. Вот сын Коля набрал хвороста и несет для растопки огня. Жалко, мы сегодня вдвоем. Старший сын не приехал. Он тоже очень любит рыбалку. Но старший сын сейчас на практике. Он у нас повар. Как вы заметили, по нашим кулинарным рецептам и по нашей готовке. Клёва нету. Прошло, друзья, больше часа. Была первая поклёвка. Поклёвка сильная, пару тычков было. Вот сейчас проверим, как у нас опарыш что поживает. Как видите, река очень грязная, много мусора идет, забивается плетенка. Сегодня ловлю без прикормки, потому что смысла никакого. Да и в принципе на разведку что будет клевать или не будет клевать. Есть смысл пока ходить или нет. Речки тоже довольно-таки сильные. Мартышку 100-120 грамм буквально сносит градусов на 50. Закидываем сюда ровно, а градусов на 50 у нас ее сносит. Это если без прикормки. А если с прикормкой, конечно, не так сильно сносит, но все равно течение довольно-таки сильное. Вот как бы одна поклевка была и все, но она не реализована. То есть рыба еще не активна. Бывало в прошлом году, в позапрошлом году мы за пару часов рыбалки уносили килограмм по 5 устеры с этого места. 5-6. Будем ждать тепла, когда вода начнет прогреваться, начнет рыба идти на нерест, тогда будет, конечно. Еще на озерах даже местами у нас лед. Стоит лед, уже как бы ловить опасно со льда, но люди все равно лезут и тут. Я считаю это бессмысленным занятием. Рыбу менять на свою жизнь. Продолжаем ловить, смотреть. Еще что-то.
Прошло уже, ребята, около 2 часов, как мы на рыбалке. За все это время была только одна поклевка, а больше нету. Да и в этом году вообще странная получается рыбалка. Воды очень мало прибыло у нас в этом году, очень мало. Вот такой уровень у нас буквально бывает воды, как сейчас, бывает в середине мая, а то даже и в конце мая, ближе к лету. Обычно у нас вода поднимается. Вот, как видите, вот по этому уровню. Бывает, даже к деревьям вода подходит. И вот эти вот кусты получаются полностью затопленные в воде. Это в том году было. В позапрошлом году вообще была большая вода. Коля сидит. Где Коля сидит, обычно мы в начале мая сидим вот на этом месте, и вода вот, вот посюда. А вот эти кусты все в воде получаются. А тут еще сегодня только 2 апреля, а вода уже на летнем уровне у нас. То есть вообще воды не прибывало. Снега было вроде бы много выпало, но он быстро сошел, стаял. И все. Дождей тоже особо таких сильных у нас ни осенью не было, ни весной. Да и тот год выдался какой-то засушливый, что у нас можно было реку местами даже перейти вброд спокойно. Ну, будем ждать рыбу. Надеюсь, в этом году тхла не было ни на озерах, нигде его не было. Поэтому, может быть, рыбы в этом году будет больше и клевать она будет лучше. Друзья, прошло 2,5 часа, поклевок нету, ветер еще больше усиливается, поэтому я думаю оставаться очень целесообразно и будем мы все-таки собираться. Сами видите, какой ветер.